оказался вот здесь. Я подымал тебя и говорил твоей матери, наш малыш лучше всех. Он вырастет самым лучшим парнем на свете. Ты рос таким замечательным. Здорово было, каждый день был счастьем для нас. Но пришла пора стать самостоятельным, выйти в люди, и ты вышел. Но где-то по ходу дела изменился, перестал быть собой. И ты позволил другим тыкать в тебя пальцем и говорить, ты ни на что не годен. Пришлось трудно. Ты стал искать виноватых в этом. И нашел мою тень. Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь глубину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, как ты держишь удар. Как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое. Но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить, я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого. The revived flight will arrive. Это не трус. Быть этого не может. The safe zone is collapsing. Airdrop delivered. The revived flight will arrive in 1 minute. Thank you.
какой вертолет? Надо будет взорвать. Airdrop has been delivered. Thank you.
Five flight will arrive in 1 minute. The revived flight will arrive in 1 minute. Ship terminal is almost ready. Down to the last 5 teams.
5 flight will arrive in 1 minute. Сорян. Это было плотно. Я передумал.